Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков сообщил о предварительных итогах работы промышленного комплекса Чувашии в 2012 году. Эти итоги составлены по результатам анкетирования предприятий. Объем отгруженной предприятиями республики продукции увеличился в 2012 году на 10% и превысил 146 миллиардов рублей. Такие цифры позволят по итогам прошедшего года достичь индекса развития промышленности в 106%. Уровень промышленного производства за 2012 год позволил нам превысить докризисный уровень 2008 года на 2,4%. 27 предприятий Чувашии по объему отгруженной продукции превысили миллиардный рубеж и вошли в так называемый «клуб миллиардников республики». На многих предприятиях открываются новые производства и создаются новые участки. Растет собираемость налогов. По данным Федеральной службы по Чувашии, бюджеты всех уровней были исполнены с превышением показателей. У нас, кроме того, что увеличился, как здесь уже было отмечено, «клуб миллиардников», у нас увеличилось количество организаций и предприятий регионов, включенные в список крупнейших налогоплательщиков. Если раньше у нас этот список, согласно приказу Федеральной налоговой службы на 2012 год, чуть более 30, то на 2013 год приказом Федеральной налоговой службы в состав крупнейших налогоплательщиков было включено 53 предприятия республики. По данным Минэкономразвития, в республике растет заработная плата. В обрабатывающей отрасли она составила в среднем 19 тысяч рублей, а на предприятиях электротехнической промышленности выросла до 27. Алексей Табаков отметил также увеличение количества занятых в экономике работников и рост производительности труда. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика.